Всем привет, друзья! С вами я, Вомиронов. И сегодня мы, как видите, ой, блин. Короче, смотрим да? Декарта. Это я просто поставил на самую медленную. Окей, мы смотрим Декарта. Татман проходит Friday Funk седьмую неделю Татмана. Я, кстати, Танкмана вообще не проходил, да и тем более обычный Френдли Фанкин. Не, Френдли Фанкин несколько модов проходил, но я вот обычного не проходил, только моды. Ну ладно, я, кстати, там-то тоже буду сражаться, только с версии WhatsApp. Я с вами, Декарт, и чертовски радостная новость. Вышла седьмая неделя. Есть только одна проблема. Ее ни хрена невозможно скачать с того сайта, на котором она, в общем-то, вышла. Newgrounds. Он упал. Там так много людей набежало, что скачать невозможно. Короче, есть вот этот сайт. Они сломали как-то эту игру. Сайт называется unblockgamesro.com. В общем, тут доступна эта седьмая неделя. Она доступна только через фриплей. И вот здесь вот три трека. Ах, Ганс и Стресс. Это все Танкман. Седьмая неделя — это у нас Танкман. Катсцен здесь нет, так как через фриплей их посмотреть нельзя. Мы будем их смотреть на ютубе, а потом здесь играть. Короче, поехали. Так, что у нас тут есть? Стоп, тебя просто грохнуло. Какого хрена? Скучный день у меня был. Посмотрим, что у тебя есть. Понеслась, играем на нормале, давайте. Да, собственно, новый экран загрузки, это тоже надо показать. Поехали, первый трек мы все с вами прекрасно знаем. Ой, смотрите, она там это, руки вверх подняла. Но по-прежнему радостно. Так, а я по-прежнему нуб, да? Ну, естественно, я по-прежнему нуб, но мы справляемся. Хорошая музыка все-таки, уже сколько раз слышал. И до сих пор не надоело. А тут, знаете-то, спам-система-то меня не выручит, между прочим. Обратили внимание, что когда на стрелочки нажимаешь, от них такие отходят всплески. Типа, молодец, хорошо попал, я так понимаю. Да. А, ну вот сейчас вот всплеска не было, видимо, не идеально. Или они просто не всегда появляются, не знаю. Вот довольны, а, Танкман, а? Чё такой довольный, Танкман, объясни мне. Что вы, наставили на несчастную девушку свои стволы и радуетесь? Что она вам сделала, я не понимаю. Не знаю, что она сделала. Что она им нужна? Ага. Так. Что ты вообще такой злой на меня? Чего ты хотел меня убить? Не знаю, вроде такой милый, добрый танк, она такая падла, так вот себя ведет. Хорошо, хорошо, справляемся. Слушайте, ну чё, этот трек я уже, конечно, знаю, но... О, там сзади танк едет. Я только что танк сзади видел. Ну, молодец. Все, победа, первый трек пройден. Переходим, вон он, Танкман спереди, Танкман сзади, везде одни танкманы нахрен ездят. Переходим ко второй катсцене и, соответственно, второму треку. Неплохие такие навыки для маленького чувачка, который прется по этой девочке. Ужасный, уродливый, скучный подросток, который одевает одежду своей мамки. Там, кстати, даже герфренд плачет из-за этого. Очень смешно. Оскорбил меня, обоссал с ног до головы. Я ради этого YouTube открывал, чтобы вот эту катсцену увидеть. Ну как так, а? Следующая песня называется «Ганс», как, в общем-то, вы уже знаете. Пушки! Сейчас будут пушки! Погнали! Это я уже не слышал, это уже что-то новое. Она там с руками со своими. Ой, гелфренд, долго тебе еще так сидеть? Так. Класс. Мне уже начало нравится. Мне кажется, всё, что про Танкмана на вторую песню охренел. Почти даже никто не делает. Даже я. Прикольно. А только все время про первые эти. А, блин, какой же я конченый игрок калечный. Просто невозможно. Наверное, так и да. Ой-ой-ой, все. Сливаемся. Бойфренд, Дхарт. Я что-то позиции сдавать начал. Дхарт, ты сдохнешь, вам по-любому. А, блин, ай, сейчас умрем! Как я еще жить, не понимаю. Нет, у тебя. Да все. Ну, все.
Тебе надо нажимать на стрелочки клавиатуры, малой. Хорош там шлепать по своим кнопкам. А че он еще? Ну-ка, че он еще говорит? Может, у него много фраз? Это ужасно. Просто ужасно. Краткость, сестра таланта, он особо распространяться не стал. Ну, давайте еще попробуем, просто интереса ради. Так, расскажи еще что-нибудь веселенькое. Нам надо раз там сделать. Расскажи, какой я. А, понятно. Повторяй. Короче, это обсирает меня. Обсирает мои навыки. Ну, в принципе, не просто так. Они действительно не очень. Блин, надо собраться. Так, сейчас еще попробуем. А третий трек какой будет? Наверное, вообще жесткий. Тут, видите, спам-система не выручит. Это уже не тот случай. Тут уже этого нету всего. Придется так. Поехали. Не, ну трек вообще бомбовый. Мне прям дико нравится эта мелодия. Ну, мне тоже, кстати. Так. Ну, вот как бы. Так, ну, конечно, не я прохожу, ну и ладно. Да что я. Так, вот здесь вообще. Давай вот таких вот кусочков побольше. Ну, уже лучше. Блин, а. Это типа дыхарки мешаю. Пацаны с автоматами вообще крутые. Да блин! Да ни хрена и... На том же месте. А, ты с чёрт возьми. Ух, хорошо. До сюда ещё не добрался, ещё не рано. Хрена ты там раздаёшь, да всё, успокойся. Да успокойся уже, я не буду повторять с тобой, не хочу. Что-то за ужас вообще, мы это пройдём, я не знаю, думаю, пройдём, ребята, но... Кошмар. Так, пока идем неплохо. У меня вроде получше выходит уже. Ну, смотрите, где я. Вы видите, я уже в том конце. Так. Вот сейчас он, конечно, мне выйдет. Я думаю, что вот это надо выйти. Вот так вот. Примерно. Ну, блин, а? Хорошо. Уже дальше продвинулись. Ну, блин, ну там все хуже и хуже, ребят. Обстоятельства все страшнее и страшнее. А он может сдохнуть? Бесплатно. Ой-ой-ой, да что ж ты будешь делать-то? Ну что, может сейчас у меня более-менее нормально по здоровью? Надо пройти как-то уже эту срань. Сейчас. Постараемся. Ну как бы песня хорошая, но сложная, поэтому срань. Не потому что песня плохая. Так. Ага. А блин! А, ну как, ну прибачь, почти уж был-то, ну в самом-то деле. Пожалуйста, попадай! Так, и что сейчас будет? Блин, оно еще хуже становится, по-моему, нет? Сейчас посмотрим. Ой. Да он не так не может выдрать. Ну пожалуйста, выдрать, да. Я да просто не понимаю, как это выдрать. Да! Он говорит, готов поспорить, какой-то интернет-стример сейчас орёт, как последний социопат. Есть такое, да? Ну может не так уж и громко прям, но просто у меня уже сил нет орать. Я уже полчаса сижу, ребят, на самом деле. Да что же это за ужас-то такой? Я не понимаю. А, полная сосредоточенность. Поехали. Да просто А у тебя. Какое-то. О! Я бы сказал лучше. А? Да это что, издевательство, что ли? Второй раз подряд! Да, вот это! Второй раз подряд там же! Я уже...
уже не верим просто. Это серьезно со мной происходит, да? Это серьезно со мной сейчас происходит, да? Так. Ну да, это со мной происходит. Так. Вторая песня, смотрите, естественно, давайте мы на этом пока остановимся, будет на две серии поделена эта. Стресс у меня, понимаете, у меня стресс, очень правильно написано. Следующая серия выйдет финальная, в общем-то, через, не знаю, пару часов. Короче, как справлюсь, я не знаю, тут такие сложные треки, я, может, вообще-то сегодня не пойду. Но я, скажем так, вот я сейчас выкладываю эту серию, и сразу, как только могу, сразу потом за ней выйдет вторая. Может, через час, может, через два, может, через три, не знаю, посмотрим. Пока на этом мы заканчиваем. О, боже. Дехарта, походу, самый смешной ютубер. Он, кстати, у меня на первом месте. Знаете, я хочу вам рассказать секрет. Больше всего я люблю ютубера Дехарта. На первом месте у меня Дехарт. На втором месте у меня Винди 31. На третьем у меня Витёк Плей. Вот. Объяснять, почему, я не буду, но тогда-нибудь вам расскажу. А на этом все. Всем удачи, всем пока-пока.